Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Гомеле подвели итоги первого этапа Кубка Белорусской Федерации биатлона, который наш областной центр принимал на выходных. Лидер соревнований – команда Витебского региона. Серебро у спортсменов из Минской области. Замкнули тройку призеров биатлонисты из Минска. В личном зачете Святослав Зайченко стал первым в суперспринте на 5 километров. А гомельчанка Ксения Руденко заняла третье место в спринте. В микс-эстафете они выступали вместе и завоевали серебро. Спортсмены еще будут определять лучших в 4 этапах зимнего биатлона. Победителем станет тот, кто по итогам всех этапов соревнований получит больше баллов. Завершится Кубок Федерации в феврале. Сыграны поединки 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Футбольный клуб «Гомель» встречался со Слуцком. Матч закончился поражением зелено-белых 3-4. Второй представитель области, Мозырская «Славия», встречался с жодинским «Торпедо». Результат игры – ничья с минимальным счетом 1-1. Хоккейный клуб «Гомель» сегодня проведет 6-й матч группового этапа розыгрыша Кубка Руслана Салея. «Рыси» будут бороться с гродненским «Неманом». Игра состоится в Гродно. Начало матча в 20:45. В турнирной таблице группы «А» «Рыси» располагаются на 4-й строке. Соперник на 1-й. Напомню, в прошлом туре гомельчане встречались с «Бобруйском» и проиграли со счетом 2-4. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4».